помчались подопечные Шульги, закрепились в зоне, захватили шайбу себе под контроль. Белорусы, Никита Павлов, пас на пятак и успел там бросить целый матч. Не точно. Халилов бросил, но в створ не попал. При этом еще одна атака, еще одна попытка, и здесь уже было более опасно. Хорош, Веришко справляет. Взяли на старте этого поединка. Но главное, чтобы запал не пропал. Но пока здесь запал, и неплохой момент. Ганова бросил Кузганов, но в створ не попал. Но здесь еще один шанс для Пискунова. Пискунов бросает и успевает. Веришко справится с этой угрозой. И не очень удачно. Улетают в молоко. Но пока здесь Амелька. Синюю бросок перед собой. Ткач Ткаченко. И дальше первым на добивание оказывается Даниил Куль. 1-0. Сборная Беларуси открывает счет в этом поединке. Мы его увидим. Вот, пожалуйста. Этот повтор. Бросок от Сибручкова. И дальше не белорусов. Шайба оказалась. Ушенин шайбу привез. На пятаке опасно. Веришка выручает. Уже даже спиной щитком. До перерыва пока. Просто ведут 1-0. Опасный момент, но только я это сказал, пропускаем. Оскар Мустаев сравнивает в этом поединке счет, но только я подумал. Вот здесь момент, как раз таки не очень повезло нашим ребятам, в частности Северчакову не повезло, пытался там. Да, здесь шайба в хоккеистых хозяев, но на подборе остается шайба за белорусами. Бородулин и подставление неплохое с разворота. Только еще раз. Передачи в центр. Дальше перевод налево. Взмывает шайбу в воздух. Веришка справляется. Уже отложенный штраф пытается Приволжский федеральный округ тут же реализовать. Потапов. А партнер пас на пятак и справляется. Так и Веришка. Прихватываем шайбу, можно в контратаке что-то придумать, но здесь не успевает и близко Кулик к шайбе, правда, а клюшку Ткаченко споткнулся, и Гродько склониться была для того, чтобы цепляться за шайбу. Ну а здесь Мурзов, и контратак 2 в 1, Мурзов! Момент какой шикарный имел, но Ткаченко не очень удачно зацепились с первой попытки, зато со второй. Момент у ворот Веришка, добивание 5 на 3. Перевод на Павлова, Павлов бросок, Ткаченко сумел так среагировать на этот бросок, а здесь уже Шевцов зарубился с кем-то из хоккеистов Приволжского федерального округа. Говоря на трансляции... Мы увидели второе взятие ворот. К сожалению, шайба назревала. Один. Ну вот смотри, парирует шайбу в Веришко. А дальше добивание от Буздганова. Но в створ не попал. Еще один шанс, возможно, для Склокина. Но сейчас оставляет шайбу на синей линии. Ушение на партнера в трафике игроков. Шайбы зарядил здесь Данил Петренко. Но это еще один шанс для Петренко. И вновь Соловей берет. 50 секунд. Ну, тяжелое большинство... Вот приволжан для белорусов. Просок и прощает. Откровенно говоря, сейчас прощает. Отбивались и отбились. Ну вот момент, да, про который я говорил, когда все-таки Хабибулин... 10 секунд играть в формате 4 на 5. Просок по воротам. Ну и только я сказал, главное не пропустить, дождаться Шевцова, как Давлечин сказал, никого я ждать. Ну, будем откровенны, эта шайба в большинстве назревала. Просто нужно было вытерпеть, но не удалось. Попал Давлешин. В основном приволжане представлены Лават Юлаевым. Но здесь контратака. Можно быстро вернуться в эту игру. Но, к сожалению, вот переиграем. Федерального округа шейбу отбирают. Шевцов. Опять не удается никак отлиться Шевцову от игроков Приволжского федерального округа. Ну а здесь четвертая шайба, к сожалению. Как карточный домик начали сыпаться нам. Шли в атаку, попали в плен. Но здесь, казалось бы, Петренко уже этот эпизод доиграл. И... Ну и здесь отели. На, не успеваем мы шайбу забрать. Каримов в центр. Раскатистая атака. И заменил он. Веришко. Вот он шанс. Кеса, бросок. Это был Павлов. Это был красивые цифры 50. Я думаю, это будет достаточно по поединкам. Такие молодцы.
Наши парни, белорусы, сражались, дали хороший бой Приволжскому федеральному округу, но, к сожалению, проигрывают. Два равных периода, начало третьего периода осталось за белорусами, но, к сожалению, реализовать свои шансы...